Привет! С вами Наташа Пархоменко, и вы смотрите мой кулинарный канал. Сегодня мы вместе с вами побалуем себя вкуснючими конфетками. Эти конфеты будут не только очень вкусными, но и очень полезными. Мы с вами легко, просто и очень быстро приготовим творожные конфеты со свежей клубникой. Эти чудесные конфетки оценят и взрослые, и детки. Ну что ж, приступаем к приготовлению. Для того, чтобы приготовить вкуснейшие творожные конфеты со свежей клубникой, мне понадобится 350 грамм творога, 150 грамм грецких орехов, 50 грамм мягкого сливочного масла, 1 пакетик ванильного сахара, у меня весом 10 грамм, 100 грамм сахарной пудры, 30 грамм кокосовой стружки и свежая клубника. Ну что ж, приступаем! Для начала я взяла творог, высыпала его в миску. Творог для этих конфет лучше брать такой вот по суше, чтобы он не был сильно мокрым. К творогу добавляю ванильный сахар, мягкое сливочное масло и сахарную пудру. И все хорошенько перебиваю погружным блендером в однородную массу. Творожная масса готова, она у меня получилась однородной. Сладость вы регулируете по своему вкусу. Когда вы приготовили творожную массу, попробуйте ее. Если вам она покажется недостаточно сладкой, то добавьте еще сахарной пудры. Творожную массу пока отставляю, подготовлю орехи. Орехи высыпаю в чашу блендера и мелко их измельчаю. Измельченные орехи высыпаю к творожной массе. Сюда же добавляю 1 столовую ложку кокосовой стружки и все хорошо перемешиваю. Масса для конфеты готова. Будем формировать конфеты. Но перед этим я взяла свежую клубнику, хорошенько промыла ее под холодной проточной водой, удалила хвостики и клубнику обязательно хорошенько обсушила от влаги. Нужно, чтобы клубника была сверху сухой. Для того, чтобы легче было формировать конфеты, для начала руки совсем немножко нужно смочить в холодной обычной воде. Берем небольшое количество творожной массы и формируем лепешку. В лепешку мы кладем клубничку и клубнику закрываем. Вот такая получается конфетка. Готовые конфеты выкладываю на дощечку, которую застелила пищевой пленкой. И таким вот образом я сформирую все конфеты. Конфеты все сформировала. Отправляю их в таком вот виде в морозильную камеру на 30 минут. Конфеты полежали у меня в морозильной камере. Они немножко подмерзли. Берем одну конфетку, формируем с нее ровный шарик и панируем в кокосовой стружке. Творожные конфеты со свежей клубникой готовы. Из указанных ингредиентов у меня получилось 12 штук. Количество зависит от того, какая по размеру будет у вас клубника и какие по размеру вы будете формировать конфеты. Хранить конфеты нужно в холодильнике максимум 2-3 дня, так как внутри свежая клубника. Вот такие получились симпатичные конфетки. Я вам сейчас одну конфетку разрежу и покажу, какие они получились внутри.
Посмотрите, вот какая получилась красота. Очень вкусная, нежная творожная масса с орешками, а внутри свежая клубничка. Посмотрев видео, вы убедились в том, что конфеты готовятся легко и просто, и получаются очень вкусными, нежными и очень полезными. Особенно такие конфетки обязательно оценят ваши детки. Я надеюсь, вам понравился этот рецепт и вы его приготовите. А с вами была Наташа Пархоменко. Смотрите мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки. А я буду радовать вас новыми вкусными рецептами и полезными советами. Приятного аппетита и до новых встреч!